с вами поделились люди своими результатами. Те, которые попали в Международный коралловый клуб немножечко раньше, чем вы. Ребята, с результатами выходите, пожалуйста. Не стесняйтесь, пожалуйста, выходите. У нас сегодня такие любопытные гости. Если бы мужчины еще у нас помогли мне вот это вот сделать, вообще было бы отлично. У нас вообще желающих так мало. Пожалуйста, пожалуйста, побыстрее. Представьтесь, пожалуйста. Вот, казалось бы, молодежь вообще, ну приятно. Ну давайте, знакомимся. Как давно в коралловом клубе? Уже 2 года. Я Шашко Валентина Алексеевна, в Боброве живу, завидую вам, воронежцам, что вы можете часто тут присутствовать на всяких концепциях. В общем, получила хорошие результаты, снизила вес, давление, сон улучшился, ну, очень много, там, суставы. И мои знакомые тоже благодарят меня, тоже никогда себя так лучше не чувствовали. Ну, конечно, коловада, вода однозначно, H500, лецитин, и лимфу, паразитарку, и, ну, мой лучше стал. Вы себя представляете сейчас без продукции кораллов? Не, вообще не представляю. Все заначки, все, и ремонт отставила. И... А ощущаете себя на сколько? Ой, ну, на 10 лет я помолодела вообще. Ну, говорят, что я лучше чувствую, и по данным вот Танита, вот, в общем, на 10 лет моложе чувствую себя. Спасибо огромное, спасибо. Аплодируйте как себе, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Валентина Афанасьевна, я в коралловом клубе 8 лет. Пришла полная развалина. Сейчас я не буду долго говорить, потому что я могу очень долго это рассказывать. Просто начинаю с головы и пойду вниз. Значит, что ушло? 100% ушла головная боль, которая была очень частая. На любое изменение погоды, при изменении давления, дождь, ветер, снег, не важно, за полутора суток я ложилась и лежала. И пока ты не выступалась, или не выветрилась, или не выливалась, я лежала просто не человек. Пойдем дальше. Дальше у нас был хронический бронхит. Причем тоже настолько тяжелый, что каждое, любое простудное заболевание – это сильнейший кашель, 1,5 месяца минимум, причем очень болезненный. Это абсолютно 100% ушло. Простудные заболевания вообще ушли, их просто нет. Если начинается коралловая вода, микрогидрит, это вы все узнаете и будет все совершенно замечательно. То есть другая жизнь. Дальше. В 43 года заболели суставы. Пришла к врачу, он сказал, я говорю, болит вот правый сустав, не могу ходить. Он говорит, сколько годков? Я говорю, как сколько? У меня второй не болит. Он сказал, второй заболел. Чуть позже. Я тут развернулась, естественно, ушла, потому что дальше уж понятно, перспективы никакой нет. Так, кишечник. Был на грани непроходимости, это я уже потом поняла. Но извините, конечно, это вещь интимная, но это правда, потому что люди об этом рассказывают. Стул был как у кошечки в течение 10 лет. У меня все результаты были на воде. Замечательный план. То есть через месяц совершенно все по-другому. Суставы болеть перестали. То есть энергии очень много. Люди, я сейчас себя чувствую лучше, чем 35, и это правда. Не спасибо. Командный сапник, как себя чувствовал? Янецкий Герман Валерьевич, 51 год. Коралли знаю уже в течение 5 лет в коралловом клубе. Пить воду коралловую. Давление всю жизнь, в принципе, занимался активным образом жизни, иногда даже очень активным. Вот. Иногда очень активным с 31 по 13, я так чувствую. Ну и это тоже. Бывал. Занимался рукопашкой и никогда не случайно попал в больницу, в поликлинику, анализы давал, давление померили, говорят, да тебе надо положить уже, у тебя давление там под 200, хотя и... Так интересно прийти к врачу и узнать, что я инвалид. Все. И вообще, как я живу, никто не знает. Как живете вы сейчас? С кораллом? Да, с кораллом. Нормальное давление, нормальное 120 на 80. И улыбается, как счастливый человек. Спасибо. Знаете, так послушать иногда людей, которые выходят с результатами, думаешь, ну вообще мумии были до, да? Да, приползали такие вообще откуда-то. Девчонки, вы-то чего вышли вообще? Вам-то что здесь надо? Расскажем, поделимся. Да. Своими? Ну, давайте. Меня зовут Наташа Меньшикова. Я в коралловом клубе 3-й год.
Ну, в принципе, до кораллового клуба я примерно так же выглядела. Я бы удивилась, если бы по-другому. Постоянно не высыпалась, бывало, падала в обморок. Наверное, давление было пониже. Сейчас, конечно, этого уже нет. Отличница, наверное, да? Очень много училась, не высыпалась. Да, много училась, много работала. У меня взрослый сын, 17 лет. Я сейчас тоже стою. Да, это тоже результат. Очень приятно, когда тебе в трамвае предлагают школьный проездной. Я бы точно предложила проездной. У моего сына есть проблемы, и два раза в год мы оперируемся. Соответственно, это общий наркоз, это вредно очень для организма, все знают. И от наркоза тяжело отходить. На нашем любимом H500 он у меня поднимается очень быстро. То есть 2 часа прошло, это полтора, можно пить, начинать водичку. Я ставлю ему H500, 2-3 капсулы. Он у меня быстренько оживает, разореет. То есть все, кто в палате рядом лежит, они смотрят и удивляются, как это так быстро. Это во-первых. Во-вторых, после того, как его режут, полосуют, потом у него ни разу не поднимается температура. Врачи тоже удивляются. У вас иммунитет, говорит, вообще мощный. Сколько лет вы в Корале? 3-й год. Вместе с сыном? Представляете свою жизнь без сейчас продукции Корала? Сейчас нет. Дай Бог вам здоровья и вашему сыну. Спасибо огромное. Спасибо, Сережа. Меня зовут Людмила Меньшикова. При своем телосложении я имела всегда одну большую проблему. У меня был лишний, не могла никак убрать. Я уже отчаялась, думала, что я никогда не попаду на пляж. Ведь действительно, для девушки очень важно выглядеть красивой. Но я нашла, что... С помощью рыбьего жира спортсмены сжигают жир и наращивают мышечную массу. Причем, что я сделала? У нас есть в Корале замечательный продукт, как омега-360, который восполняет 100% потребность организма в полиненасыщенных жирных кислотах. Что я могу сказать? Я без спортзала избавилась от лишнего на животе веса, который меня очень беспокоил. Я не могла поверить, что я вообще когда-то от него избавлюсь. Я думала, что это что-то, как бы, может быть, как генетическая предрасположенность. Но, конечно же, не стоит забывать, что там пирожки и дрожжевой хлеб, это надо напрочь исключить, это яд. Вот, и надо следить постоянно, даже если питаетесь хотя бы по вот там... Одна неделя, 2 раза в день, омега-360, причем это не только отразилось на состоянии моего пресса и живота, это отразилось на остальных прелестях, которые есть у женщины, вы понимаете, о чем я. Это шея, это ноги, это лицо. Я рекомендую всем девушкам, абсолютно всем, омега-360, это красота женщины. Все будет уходить само по себе, без спортзала. Спасибо огромное. Девочки, у нас еще 9 дней до Нового года. Кто хочет ползти все платья, которые не входят? На самом деле, омега-360 и лецитин, все, что касается именно капсул, все, что касается именно вот этого продукта, ну, можно везде, честно, везде. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Александр, мне 49 лет, и наконец-то я знаю, где находится прелесть у женщин. Ну, вообще-то я такой новичок. Ой, как приятно, что в канале всегда можно узнать что-то новое, даже про женщин. Вот, но я, в общем-то, 18 лет пользовался продукцией других фирм. Пищевые добавки для меня это не шок. И, вы знаете, был у меня нормальный вес, но в последнее время прибавил. 95 килограмм для меня это уже было... Такая система. Начал пить воду, потерял 3 килограмма за неделю где-то. Ну, думал, хорошо. Начал пить коловату, думал, отважусь, попробуем. И на коловате за 14 дней у меня получилось еще минус 92,5, так, значит, еще минус 5 килограмм. В общем, 7 килограмм я где-то потерял в течение там, 3. Я как-то не пойму, потеря веса это приятное или не...
Ну вот, стало легче, стало живее, стало меньше вот здесь. Прелести женщин стали замечать чаще. Да. Это об этом. Вот. Ну, объем щек уменьшился на 2 сантиметра, талию еще не мерил. Объем щек? Такого я еще порадила точно не слышала, объем щек. Спасибо огромное. Ребят, сейчас я у нас сегодня удивительный человек. Он приехал вот-вот-вот-вот-вот. Я думаю, что он лучше сам про себя расскажет. Но я так чувствую, вот честно, пионерском, я не успела Борис записать. Я очень надеюсь, что вы сами себя представите. И вот то, откуда вы приехали, и что вы получили в результате продукта. Хорошо? Ну, добрый день. Меня зовут Беценко Иван Алексеевич. Я мастер спорта международного класса и заслуженный тренер России. Работаю, так сказать, тренером. Еще в советское время работал 6 лет. Отвечал за виды выносливости в сборной команде страны. Это, если вы слышали и, может, знаете, это самые длинные дистанции. 21 километр, полумарафон и марафон 42 километра. Ага. С такими людьми я занимался и занимаюсь по настоящее время. Ну, с коралловым клубом я познакомился, ну, еще нет 2 лет. Так как я человек любопытный, наблюдательный и работаю для того, чтобы достичь высоких результатов при высоких нагрузках, и многие здесь говорили только о здоровье своем личном, а мне нужны результаты, и я их ищу не в допинговых вот этих препаратах, уколах, которые, да, меня заинтересовал коралловый клуб, а так как мои люди бегают длинные дистанции, то они очень много употребляют напитков и много употребляют воды, чтобы восстановиться. Потери большие. Представьте себе, бежать 42 километра, да если еще жара, а потери иногда доходят до 5-6 килограммов за один забег, даже в жаркую погоду. И чтобы правильно восстановиться и дальше продолжать делать нагрузки, естественно, что-то надо добавлять, что-то надо предпринимать. Поэтому вот эти 2 сезона я на своих учениках, у меня сейчас 3 человека в сборной команде страны, ну, молодежь, в основном до 23 лет, они, я, так сказать, вот эти 2 сезона применял все препараты, посоветовался с Борисом Михайловичем, он сделал, расписал вот это все, и много, значит, воду, даже во время тренировок, подавать напитки на центральных сборах. Нам выдают очень много воды разной. Но мы начали добавлять вот эту коралловую курмин, да, добавлять. И я могу, ну, не сказать так, что вот это 100% не помогло, но я чувствую, что результаты есть. Я просто, ну, уверен в этом, что мне это помогло. Вот даже в этом сезоне я много не буду рассказывать. Вы скажите, откуда вы сейчас приехали? Потому что Борис Михайлович сказал, что вы со своими учениками достигли... Да. Я могу сказать, что это вот воронежские ребята, вот, в частности, не все в Лисках живут. За этот сезон для Воронежской области они принесли 14 медалей с первой страны и с международных соревнований. Я же не видела, 14! Я вернулся с Югославии, где был чемпионат Европы по альпинистскому кроссу, и моя девушка завоевала серебряную медаль. Я ее просто Поэтому я вам действительно советую, агитирую и послушал все, что это мне помогло, я считаю, и помогло моим ученикам в будущем. Спасибо за внимание. Всех с Новым годом, всем здоровья. А вот вышла моя бывшая ученица, когда еще в молодости. И вот судьба нас свела так встретиться здесь, в коралловом клубе. Но она уже давно, вот, но она тренировалась раньше у меня. Я очень благодарна Алексеевичу, потому что благодаря ему я достигла
больших высот, и в принципе благодаря ему у меня возникла вот эта вот уверенность к победе, и надо просто идти к ней, вот эта выносливость, эту закалку дал мне именно мой тренер. Спасибо вам огромное, дай Бог вам здоровья и потрясающих результатов для ваших учеников. Спасибо вам. Вообще удивительные люди, которые приходят к нам, и каждый раз удивляешься вот историям, историям настоящих людей. Представьтесь. Меня зовут Киреева Елена. Я, наверное, начну со своих результатов, раз тут все так хорошо рассказывали. У меня тоже были проблемы. Чуть-чуть поменьше можно. Была мигрень очень сильная, приступы начинались резко, и дай бог, чтобы я была дома, я падала на кровать и ждала мужа, потому что у меня не было возможности даже дойти до кухни, чтобы выпить салпадрин там, или какой-то анальгетик. Жили на салпадрине очень долго, наверное, ну, месяцев 6. В результате там проблемы с желчным возникли и так далее и тому подобное. В общем, много всего было. После приема коралловой воды первое, что ушло, это вот эти дикие мигрени. Второе, я почему-то сняла очки, хотя носила уже. Третье. Странные побочные явления после того, как коралловую воду начинают пить. Очки люди снимают, вообще непонятно, что происходит. Кожа меняется вообще, да? Вообще тут размер щек уменьшается. Нет, у нас была другая фишка, мы собирались с девочками ботокс эти делать. И когда я пришла, мне сказали, тебе уже не надо. Вот. Это тоже по поводу кожи, да? И что еще? Ну, то, что самочувствие улучшилось. Ребят, я ложусь каждый день спать в 1:30 ночи. Подъем у меня 6:30. Так уже продолжать, я не знаю, 6 месяцев. Может быть, больше, не знаю. Прям нескромный вопрос. Пришел в коралл за 6 месяцев, изменилось одно, ушло третье. Ночью стал ложиться спать в 1:30. Нет, не только коралл, вода, все остальные препараты, конечно. Да ну? Да. Просто говоря о том, что вот эта концепция, если вы будете соблюдать ее, у вас появится огромное количество свободного времени, огромное количество энергии, которую вы сможете употребить в нужное для вас русло. Вас хватит и на детей, и на работу, и на собственную личную жизнь. Вот тут говорили по поводу выносливости. Я недавно попробовала, да, насколько меня хватит. Я пробежала за 1:09. Да, на наших препаратах. Ребят, 9 километров с моей комплекцией, и я не задохнулась. Вот это спасибо огромное. Ну, вообще не нормально. Бегать начинаю, спортом заниматься. Вообще просто. Спасибо огромное, Леночка. И сейчас я... Слайды. Самое главное, да, что по моей работе. Я очень быстро. Я работаю в Центре здоровья ребенка нейропсихологом. Ко мне обращаются детки, ну, достаточно сложные, да, у которых долго делают уроки, у которых проблемы с обучением. Ну, наши, как мы ласково говорим, двоечники. Вот. Сейчас я покажу вам графики. Я делаю диагностику до работы с детьми и после. Вот это замер слухо-речевой памяти. Синеньким – это то, что было, с чем пришел ребенок, а красненьким – это то, что стало в результате, сколько тут месяцев прошло, 2,5 месяца. Это по обычной программе, ну, то есть стандартный ребенок, да, и обычная моя нейропсихологическая программка, по которой я работаю. Дальше. А вот это результат на продуктах кораллового клуба. То есть ребенок пришел гораздо хуже, занимались мы с ним тоже не очень долго, но результат гораздо лучше. Давай дальше. Концентрация внимания. Обратите внимание, март, ноябрь. Это почти 8 месяцев. Да, программа работает. Медленно, но работает. Давай следующий слайд. Посмотрите, пожалуйста. Не-не-не, ты перелистнула уже. Еще предыдущий. Второй, третий, четвертый. Вот. Посмотрите внимательно. 13.05.12.09. Было, стало. Вот то, что вот ровненькая линия, это, ну, программа не позволяет мне сделать до середины. То есть, если первый раз этот тест ребенок выполнял 8 минут, то второй раз он уже выполнял 5 минут. Время сократилось. Это значит, что ребенок, который делал уроки 3 часа, начинает их делать за 1,5-2 часа. Потом время увеличивается, вернее, уменьшается.
Знаете, я горжусь своей дочкой. Она у меня делает уроки, наверное, минут за 30, максимум 45. Причем мне не нужно ее заставлять делать это из-под палки. Она просто садится и делает. Хотя ребенка изначально должна привыкнуть за школу. Она натянула программу вообще. Сейчас, ну, там, второй класс мы потянули, третий, четвертый, она была отличница. Ну, пятый, шестой чуть-чуть скатилась. Но, тем не менее, продукт работает, шикарно работает. Давай дальше. Уровень словесно-логического мышления. Обычная программа, ребенок пришел, 48%. Давай дальше. После коррекционной работы, 65%. Давай дальше на 55% пришел. То есть, видите, ну, достаточно низкий уровень классификации и аналогии. То есть логические умозаключения достаточно сложно им делать. Они тяжело входят в задачу, они тяжело их разбирают. Соответственно, обучение, сами понимаете, никаких оценках стоит. Давай следующий. 82%. Прошло не так много времени. Аминокислоты, витамины, минералы. Знаете, наши дети, они как растения. Если их вовремя не поливать и вовремя не подкармливать, ничего у вас не получится. К сожалению, мы сейчас живем в таких условиях, что продукты питания не несут в себе фактически ничего. Мы их балуем там различными булочками, печеньками, йогуртами, но вы забываете, какой процент, какая концентрация питательных веществ находится в этих вещах. Это вещи, это не продукты. Поэтому вам хочется или нет, но придется где-то брать что-то, что будет поднимать уровень развития детей. Потому что наши дети сейчас, они очень, ну, несчастные. На них свалилась такая... Нет, наши дети как раз очень счастливые, потому что их родители находятся в международном караоке. Но нагрузка, которая свалилась на наших детей, согласитесь, что мы как мы учились и как они учатся, это совершенно разные вещи. Согласна абсолютно. Спасибо огромное, Алина. Спасибо.